Раз-два-три, раз-два-три. Проверка, проверка. Идет. Так, сейчас по фасику пройдем. То, что уже 100 раз, наверное, все проходили, я в том числе. Здрасте, здрасте. Я так часа демку побегаю. На пару минут. Нехер делать. Блять, я хотел на паузу поставить. Не, не купил. Что ты хуй знает насчет этого. Надо бы этот купить. Одни из нас. Так, а мы тут сейчас что делаем? Это мы смотрели. Так, это, наверное, пока что мы тянуть не будем. Мне кажется, слишком громко. А ты что купил? Ну, насчет скачать-то и так скачаю, думаю. Вот. Да я тоже он с чем перевел на Турцию. Поэтому в этом есть тоже свой плюс. Хотел сказать, блядь, я забыл. Вот. А этот как его зовут? Ну, Хогвартс точно не мое, я что, фильмы не смотрю, не такие не смотрю, не люблю. Ну и все, наверное, сейчас я потише сделаю, мне пиздец орет. Так, громкость голосов, бла-бла-бла. Прям громкость тону, наверное, нет? Нет. Ну, много кто сейчас стримит, сейчас же ставит новый хайп, хули, с этой залупой. Но мне что-то как-то вообще не втыкают такие штуки. Я и так тупой на игры, где надо думать. Не, я тебе про Хогвартс говорю. А насчет Атомика, ну как бы я видел трейлер. И что-то там еще показывали. Хуй знает, посмотрим. Если деньги лишние будут, то можно так. Я бы лучше бы сначала бы комп обновил, а потом уже вот начал как бы играть. А что на моем старье? Себя в чем-то ущемлять. В том же самом процессе, например, у меня сейчас спрос уже старенький, поэтому. Да ну нахуй пизду эти ваши плойки ебучие, я не гейпадер.
Так, а я вот не помню, но... Бля, чувство управления блядское. Мы же лифт не починили. Типа его уже починить не можем. Бля, мне так раздражает управление. А, его и не поменять, да? Понятно. Тогда. Ладно, пойдем с бабенкой пиздиться. Сколько раз уже этот момент видели? А, ну хотя... Так, а где тут? Подвал. Кстати, вот этот резик, самое страшное, самая страшная часть была как раз таки в этом доме, в этом моменте. Ну, точнее, вот, блять, в этой миссии, я не знаю, как назвать. А потом уже началась эта всякая опять залупа. Ладно, давайте. Приятного. Я пойду по пасеку погорю. А, ну тут я был уже. Или хранитель мне нужен? Пока жена где-то гуляет. Его найти, он же, по-моему, где-то здесь был, нет? Блять, чё я вечно этого манекена пугаюсь, нахуй? А, наверное, надо здесь потусить. Мне вот интересно, эта вот демка насколько рассчитана будет? Или нажать надо? А, и манекена нет. Все, понеслась. Вообще, она же должна была... А, блядь. Я там был и нет. Только не спасибо мясо.
меня там имит. Главное, постоянно играешь, как будто первый раз. Так, она выйдет отсюда. Кейс. Бесит, что так все громко. One second, please. Так, ну лифт. А, так подъезжаю. Я лифт, по-моему, ведь не спускал. Либо и нет. А, ну сейчас. Блин, вот у меня вот мужика нет. В этом, кстати, тоже проблема. Немножечко. Не пистолетика. Ладно, пойдем на файт, как говорится. Пасеку опиздюлимся и посмотрим, что будет дальше. Блин, а пистолет же где-то все-таки был. Давай, вылазь. Понял.
Подожди, а у меня ведь нет ни себя бизнес. Что там? Окна. Короче, я так понимаю, они вообще поменяли все. Бля, что заново что ли начинать? Понятно. Короче, да, они тут все поменяли, значит, мне все-таки надо найти где-то пистолет. Да что ты? То есть, по сути, мне нужно... Мне нужно будет просто пинать того челика. Ну ладно, учу. А. Может, я где-то пистолет проявлю? Проблема в том, что у меня нет даже самого ножа. Не понял, а где? Да. Я уже забыл. Мне же надо что? Открыть подвал.
открыть подвал. Так, где ключ, что он открыл? Чё-то я, короче, уже забыл. А, замечательно. О. А что мы там могли разрезать? Блин, вот будет ли сейчас смысл ее смотреть? Но в любом случае, я уже где-то поебал момент с ключом. Я рад, что так было хорошо. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, блин, ну это сейчас надо make будет sure the сound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was two fucking years ago. I don't do ADR. Кстати, а может быть без этой кассеты мне... This new guy? I'm not feeling it. Не дадут. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. Пистолет. New plan. We do a walk through the intro first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Super. Another worthless fucking happy. Ecstatic. Ну, давайте заходить. Rolling? All right, let's go. Get out of the way. It's locked. After you. So, why are we in hell this time? Do you ever... What's the prep? Shitty house, spooky sounds? Ooh, is it haunted? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long do you say this place has been abandoned? 2 years.
Clancy, get a shot of this. This will make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of it. Lucas. Bad seat, apparently. Ah, shit! I knew I should have worn my good... Кстати, а до этого я же не открывал холодильник. Может быть, там была какая-то тема? Oh, shit. I had my shots. Although, this backdrop. Andre. У нас просто проебался. Andre! Andre! Clancy, you see where Andre went? Where is... Unfucking believable! Yes, yes, yes. It's the last time I work with... I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. Нихуя, кстати, я как раз играл, вот не понимаешь, что это был. Сейчас. What the fuck was that? Did you hear that? Давай, иди уже. Andre? Where the fuck is he? Andre, where are you, man? С этим понятно. Где мне опять найти мой ключ? Кстати, а может быть там разблокировано? Подвала по-любому где-то и висел около подвала. А что мы еще имеем? Кассетка, что у нас такое? Палец. Палец, палец. Так, ладно, сходим туда еще раз наверх.
просто я все еще думаю. Даже если я найду и через полгода. Как мне потом пойти челика, который будет внизу? Может быть, нужно потрогать телефон, ведь там где-то исполнится. Уже этот раз не трогали его. А! Блядь, ну как так? Ну окей. Года чего-то не прошло. А как не того челика иначе? Может как-то через него проходить? Просто если этого не сделать, мне придется опять заново проходить. Так, там будет ключик. Если я просто быстренько туда забегу, возьму ключик, бегу назад. Если, сука, я не буду к этому теперь готов, тем более. А, так. Подожди, а так у меня сейчас опять отпиздить же. Чего у меня, блядь, два патрона? Мне бы в идеале сейчас бы реально подсохранился. Так, а что у меня таких ключей есть? Ёб твою мать! Это, конечно, было неожиданно. Вот он, сразу наверх. Как моя надежда?
так важно. Boy, you are nothing. Just a man. Ладно, всем спасибо. Ну, я думал, почему-то здесь будет какая-то миссия такая, то что из официальной версии, а тут они все накрутили между собой туда-сюда. Концовка с заряжением. То есть, по идее, я мог выйти через другую дверь. Ладно. В следующий раз тогда еще раз попробуем другую концовку сделать. Ладно, всем тогда до скорого.